Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся с вами на коттеджном поселке Морской, и я хочу сделать заявление на те слова, которые были сказаны в адрес нашей компании, что на данном поселке никогда не будет газа, что газа здесь и не светит, что все, что мы говорим по поводу газа, мы обманываем и говорим неправду. Мы держим свое слово и отвечаем за свои слова, которые говорим нашим клиентам. Газ на коттеджном поселке Морской будет. Сейчас вы можете видеть реальный документ, который мы уже получили на подключение газа в коттеджном поселке Морской. На данный момент началась разработка проекта газопровода, который будет у нас осуществляться в начале 2020 года по врезке в магистраль газопровода, после чего мы начнем подключение уже и разводку по улицам к нашим домам. Делайте свой выбор в сторону «Стройгарант Анапа», и мы гарантируем свое качество для наших клиентов на высшем уровне. С вами был Константин. Всем пока!